А тем временем женская команда футбольного «Енисея» сегодня на домашнем поле встретится с московским клубом «Чертаново». Накануне у наших девушек прошла открытая тренировка, матч против столичных гостей. Это последняя игра перед летним перерывом в высшем дивизионе чемпионата страны. Напомню, этот сезон красноярки начали в женской премьер-лиге. Девушки смогли пройти туда впервые за все время существования клуба. Сейчас женский «Енисей» занимает 6-е место в турнирной таблице, а их московские соперники на 4-й позиции. Матч пройдет сегодня в футбол-арене в 19:30. Вход свободный. У нас игра с Чертаново, московская команда. Команда очень неплохая. Очень давно уже они в высшей лиге, но они уходили, опять возвращались. То есть команда очень опытная. Вот. В том сезоне, если я не ошибаюсь, они 4-ми стали. То есть они вот все время рядом с медалью. То есть очень серьезный соперник.